Прочмут мои там пре сон кухнем, пре байда тромбан банчун кнем, кнем нэнда там пре хартай. Чивен клун айн нэнг бан ткан. Дай трунг бань чун кнёмо. Камбоджа, город Симрип. Здесь проживает где-то порядка 15 миллионов. Очень много детишек. Дети в основном занимаются собиранием пластиковых бутылок, жестяных. Семьи очень бедные довольно-таки. Здесь они тем самым зарабатывают себе на жизнь. Год-два могут дети просто не ходить в школу и заниматься выбиранием пластиковых бутылок. В этих деревнях алкоголизм процветает, просто молодежь, она гибнет. Отец так жил, дед жил, предки жили так, ничто в их жизни не меняется. Камбоджа, трущобы города Симрияб, 2 километра от центра города, где 5-звездочные, 4-звездочные отели. Буквально 2 километра, и вы можете видеть эту картину. Камбоджа – это одна бедная страна, которая находится в Юго-Восточной Азии. В чем проблема? У нас не хватает школы, нет знаний, а потом работы тоже трудно найти. Детей продают здесь. И есть детская проституция, хотя правительство говорит, что у них такого нет, что у них вообще все здесь идеально, все хорошо. На самом деле это существует. Здесь есть организации, которые выкупают детей. Как нам говорили, что один ребенок стоит 10 тысяч долларов. 很多人喝不到干净的水，就是因为他们这里面没有井，很少的井。 也水有不干净的，里面有很多的杂质，所以我们有一个负担，是希望能够在未来能够看见，在柬埔寨有很多人，他们能够喝到干净的水。 低水平的健康照顾和缺乏资金支持，导致医疗设备和高素质的医生的缺乏。 医院过度拥挤，病人只能躺在大堂的地板上。我们开始装准备明天的布道会用的一些食物、一些东西。那些孩子们，他们没有鞋，他们也都不穿着衣服。那我们和我们的队工们，爱媛中国的一些童工，我们在那里带给他们一些玩具，带给他们一些东西，孩子们非常非常的开心。 现在还有很多好像那些孩子的那些期待的眼神，还有那些大人们他们那种贫穷人的那种生活。我在想说，今天我们应该做些什么呢？中国的教会，我们应该做些什么？ Я верю, что это новое поколение Камбоджи, 60% этой молодежи, оно будет другим. Благодарим вас за вашу поддержку, за ваши молитвы. Мы верим, что в следующий раз это будет очередная поездка в июле месяце. Присоединяйтесь к проекту «Из Китая с любовью». До новых встреч!